Меня зовут Игорь Цветков. Сейчас я руковожу рудоуправлением, в котором трудится 729 горняков. А трудовой путь я начинал помощником машиниста буровой установки. Я ни разу в жизни не пожалел, что я стал горняком и выбрал эту профессию. В 1984 году я пришел работать помощником машиниста буровой установки вот на этот западный карьер. С него я ушел в армию. В него же я вернулся работать после армии. В институт ушел также с западного карьера. Закончил горный институт, вернулся обратно на комбинат и продолжил трудовую деятельность горного производства. Как можно не любить вот эту красоту, где работают люди, которые управляют такой колоссальной техникой? Я считаю, что накопленный годами опыт обязательно необходимо передавать. Наставничество – хорошая штука. Им обязательно надо заниматься. Хороший наставник ведь передает человеку не только профессионализм, а и жизненную мудрость, которая пригодится человеку в будущем. И человечество в целом от этого только улучшается. Игорь Николаевич Цветков научил меня относиться ответственно к начатому делу, решать все те вопросы, которые поставлены передо мной, доводить до конца. Но самое главное у нас на производстве – это люди. То есть в первую очередь надо быть предельно честными перед ними и реализовывать все те обещания, которые дал в свое время. Добиваться результатов на работе мне помогает спорт. Свободное от работы время играю в баскетбол. Но в тонусе нужно держать не только тело, но и мозг. Я считаю, что в этой жизни постоянно необходимо развивать свой профессионализм. И я с удовольствием всегда участвую во всех обучающих семинарах, участвую во всех обучающих сессиях. Потому что получаешь что-то новое и задаешь вопросы, даже не профильные, но необходимые и для жизни, и для общения с людьми. Общаясь с коллективом, я всегда предельно честный. Нельзя обманывать людей. Тогда они будут тебе верить и будут идти за тобой.